Спортсмены из Коми провели первый региональный турнир по самбо в Запорожской области. Его приурочили ко Всероссийскому дню самбо. Юных спортсменов приветствовал глава республики Владимир Уйба. Сегодня развитию самбо уделяется особое внимание. Этот вид спорта закаляет характер, учит стойкости, выносливости, развивает нравственные и духовные качества человека. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Как отметил Владимир Уйба, самбо учит быть частью сплоченной и крепкой команды. Сегодня этот вид спорта активно развивается в Коми и во многих других регионах нашей страны в рамках партийного проекта «За самбо» при поддержке региональных отделений «Единой России». Это первое такое масштабное соревнование. В нем участвовало сегодня 75 воспитанников из Запорожской области, Витебской области. Самбо – это исконно русский вид спорта. Наши воспитанники, вообще ребята Запорожской области, обязаны знать о том, что есть такая возможность, есть такой вид спорта, есть такая вот национальная идея, которая не всегда может присоединиться. На качество проведения соревнований в Мелитополе положительно повлияли ранее организованные партийцами из Коми мастер-классы для спортсменов Запорожья и судейский семинар. Ребята активно применяли освоенные приемы. Видно, что их уровень растет, отметил координатор проекта «Самбо в школу» в столице Республики Коми Геворг Киракасян. Задача выявить сильнейших спортсменов, также ребят наградить специальными призами от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. По итогам данных соревнований будет сформирована сборная Запорожской области, которая представит сборную на всероссийских соревнованиях. Призеры и участники соревнований получили медали, призы и грамоты от организаторов мероприятий Всероссийской Федерации самбо. Помимо этого, спортсмены получили особые подарки от главы Республики Коми Владимира Уйба.